Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас волнующая такая у нас тема, подготовка. Мы все волнуемся, готовимся к святой дате Великой Победы. 75 лет исполняется. Исполняется, какое большое горе пережила Россия. И во все времена она побеждала. Но в этот раз было что-то неимоверно ужасное. И это вот все плохое победила Святая Русь. То есть победа, которая нас настигла, которую мы добились, досталась нам большим горем, большими потерями. И вот сегодня мы озадачены, как можно лучше вспомнить, рассказать людям о вот этом, что было на Руси. Вот наш ансамбль «Кубанские казаки-черноморцы» был на фестивале всей России, который проходил в Волгограде, город-герой Волгоград. Вы представляете этот момент волнующий? За нами Родина-Мать величественная, на весь мир известная, Майдан, площадь, и мы выходим исполнять песню, и перед нашими глазами стоит, мы видим Волгу, по которой плывут корабли. И это так тронуло сердце, что мы в центре России. И мы исполняли песню, которую написала Александра Пахмутова «Поклонимся великим тем годам». Вот сейчас для примера я вам покажу, как мы исполняем эту песню, с которой мы стали победителями России. Просто без хора я напою вам, чтобы вы знали, что мы преследуем. Мы преследуем эту проникновенность, чтобы волнующе донести до народа вот это великое событие. Итак, послушайте, поклонимся великим тем годам. Пожалуйста. Не забывайте грозные года, когда горела волчья вода. Земля